Всем привет. Ну что, с Афиной мы отправляемся на бухту Кирпичный завод. Прокатимся сейчас на общественном транспорте немножко. Пару остановок. Потому что здесь вдоль трассы идти вообще, ну, как бы, неинтересно. Шум, как бы, машины, трасса, рядом ничего нет интересного. Поэтому мы быстро прокатим эти пару остановок. А там будет уже повеселее. Да, Афина? Афина в автобусе. Тоже спокойно, адекватно себя ведет. Сейчас чуть-чуть прокатимся, пару остановок. И пойдем пешочком на бухту. Так, ну вот мы. Район Вторая речка. На площадку для выгула собак прогуляем с Афиной. И пойдем уже на бухту. Тянет меня просто бесконечно. До года такого не было, чтобы она тянула. Сейчас она тянет, просто тянет и тянет, тянет и тянет. Нагрузка ей нужна, конечно, постоянно. Ждать, Афи, ждать. Вот. Так, на площадку для выгула собак не получится нам зайти. Потому что там занятия идут с кинологом, походу. Ну да ладно, попозже зайдем. Если будет желание. Вон там тренировочки идут. Дрессировочка. Дрессировочка, да, Финц? Пойдем тогда на бухту сразу. Что, хотелось, да? Побегать. Снаряды твои любимые стоят. Вот с Афиной идем тут по рынку. Идет сквозь толпы, сквозь толпу. Спокойно, вообще никуда не дергается, ни на кого не реагирует. Да, Афиночка, идет рядышком. Люди, конечно, с осторожностью мимо проходят. Но она очень спокойна. Афина, нам сейчас точно скучно не будет там на бухте, потому что только что я увидел проезжающих в машине две огромные головы, Роя и Майка. Майк — это 9-летний Став. И Рой, Пуля, 3 года. Вот. Так что я думаю, сейчас будет все прикольно, как обычно, погуляем с ними. Твои два телохранителя тоже совпало у нас, хотя мы и не созванивались, просто они в это же время, короче, идут на прогулку. Так что, Афина, сейчас будем тусить. Так, ну вот мы и на месте. Бухта Кирпичный завод. Море. Вроде бы и пасмурно, и солнце пробивается все равно. Ветра нет, очень тепло. Ну, как я и говорил, тишина будет. Но в итоге все равно мы сейчас не одни. Сейчас мы к Рою с Майком подойдем. И Афине будет чем развлечься и с кем развлечься. Да, там два телохранителя твоих подъехали, Афин. Сейчас пойдем к ним. Ждать, Афина, сидеть. Сидеть. Ждать. Сейчас пойдем с тобой Роя с Майком искать, да? Год. Год ему. Сейчас мужик подошел. Я думал, сейчас предъяву какую-то кидать начнет насчет собаки. Ну, не знаю, оказалось так. Потом такой говорит, типа, у вас щенок? Я говорю, да, год ей. Он говорит, вы аккуратнее туда, говорит, дальше не ходите.
Там типа два огромных пса, говорю. Я знаю, о ком он говорит. Это только что Майк с Роем проехали. Говорит, там два стафа, типа, ну. Я говорю, не два стафа, там один став, другой буля. Я говорю, да мы знакомы с ними уже давно. Это, говорю, афинины телохранители. Он такой, ну все. Говорит, просто распереживался, что там такие два огромных пса. Я говорю, да не, мы как раз таки к ним и направляемся. Наконец-то тишина, только птички, море и природа. И все это вообще в пешей доступности. А вот, я вижу, вон они впереди, Афина, Рой с Майком. Вон я вижу Роя там, хвост торчит у Роя. Сейчас подойдем. Вон там Рой. Ультерьерчик. Афина, смотри, какой Рой красивый, а? Смотри, какой красавчик тебя ждет. Какая встреча. Крутяк. А вон там Майк. Майк отдыхает. Ой. А вон Майк. Сидеть, Афина, сидеть. Вон там тоже Рой с Майком занимаются. Два кабанчика. А мы здесь с Афиной, да? Сидеть, Афина, сидеть. Сидеть. Лежать, 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 замри, 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 Афина, замри. Молодец, девочка. Иди гуляй. Своевременно какой-нибудь. Не терпят. Ну что ты, девочка, сама пришла ко мне? Палку мне найти, да? Нормальная. Угу. Ну, для годика 25 килограмм. Ну, я думаю, не, ну, у меня Майк, конечно, 8 месяцев. Уже такой же был, как сейчас. Ну, мальчик. Единственное, что голова была чуть поменьше. Выбор не раз. Я его первый раз поехали на выставку. Громадина, блядь. Я говорю, ему сколько? 8 лет, что ли? Я говорю, нет, 8 месяцев. Эй, коробки. А потом начали с ним заниматься. Травоядные. На колесах висеть. Подвешивал колеса. Угу. Для него это такая игра была, блядь, пипец. До сих пор, блядь, хотят подвесить колесо, пипец. Ничего не нужно будет, он будет только на это колесо. Ну, единственное, что зубы все поломал на этих колесах. Да, по идее-то с собой нельзя так делать. Потому что зимой резина такая плотная, блядь. Он кусает сильно, они там застревают. И он поломал все зубы. Мои любимые лапы, брат. Да, маечки мои, родненькие ты мой. Родненькие ты мой, ну, давай. Давай так, давай. Давай так. Маечки мои, да. Да, родненькие. Рой. 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 Вообще не реагирует на меня. Рой. Рой. Илья. Там, видно, попихили. Ага. Рой-ка. Иди-ка. 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 Что такое? Такая грудь у него. Интересная. Дай посмотрю. Это белый. Это белый. Это белый.
Ай, неси поводок. Неси поводочек, неси. Неси, сюда. Сюда. Красавчики. Давай, давай, давай. Не дают тебе скрыть, да? Не дают. Не дают тебе носить. Афина, молодец. Неси. Майк, неси поводок. Майк, молодец. Молодец.